Долгостроев официально стало больше. В Прикамье их теперь почти полсотни. Связано увеличение количества с изменениями в федеральном законодательстве, поскольку поменялись сами критерии определения проблемного дома, сообщили в региональном Минстрое. В целом в России по состоянию на 13 сентября этого года число недостроенных жилых домов увеличилось более чем в полтора раза. В 76 регионах страны теперь 3203 таких дома. Теперь в реестр проблемных объектов автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все дома, где нарушены сроки передачи объекта дольщикам более чем на 6 месяцев. Так, в Пермском крае их увеличилось до 49. Впрочем, изменения в федеральном законе должны положительно отразиться на ситуации с долгостроями в целом, отметили в региональном Минстрое. Нововведения существенно упрощают процедуру получения дольщиками госпомощи в случае признания дома проблемным.